Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином. Слава Ісусу Христу! Здесь я, брат Петр Куркевич, францисканець Капуцин, в нашій передачі «Кофе з капуцином». Последний раз я говорил про Евангелие от Матфея и четвертую главу, в которой Иисус отбрасывает искушения дьявольские. Сегодня я бы хотел также идти по Евангелию от Матфея, так будем немножко прыгать по ней. И буду говорить про молитву «Отче наш», которую молитву Господню, которую Иисус передает нам в главе 6 в Евангелии от Матфея, в стихах с 9 до по стих, скажем, 13 или даже стих 15. Но начну не от Евангелия от Матфея, только начну от Евангелия от Луки, главы 11, где также находим второй вариант молитвы Господней, который передает нам евангелист Лука в немножко измененном виде. В-первых, молитва «Отче наш» у Луки имеет меньше прошений, то есть не так, как Евангелие от Матфея 7 или даже 8, но здесь насчитать можем так: «Да придет Царствие Твое», извиняюсь, «Да святится имя Твое», «Да придет Царствие Твое». Это два прошения вертикальные. Нету прошения, нету просьбы «Да будет воля Твоя». Сразу есть про хлеб наш насущный, «Дай нам на сей день» и «Прости нам грехи наши», как и мы прощаем каждому, кто против нас в долге, и не веди нас во искушение. И нету последней просьбы про «Но избав нас от лукавого», также нету этой просьбы. То есть нету двух прошений: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», то есть третьей просьбы нету, и нету также просьбы последней, то есть вместо «избав нас от злого», от лукавого, значит, нету 7 прошений, только есть 5 просьб, 5 прошений. Почему, не знаю, Лука так изменил, но мне кажется, что немножко можно понять, смотря на то, что находит, в каком контексте Лука показывает молитву «Отче наш». Иисус в начале 11 главы у Луки, пребывая в каком-то месте, молился в одиночестве, когда закончил молитву, один из учеников его, наверное, под влиянием красоты молитвы Иисуса наедине, красоты Иисуса, который непрестанно молился, и, наверное, ученики были в восторге, в изумлении от его способа жизни, молитвенного способа жизни. Один из учеников просит его, правда, немножко заслоняет свою просьбу этим, чтобы Иисус научил их, как Иоанн научил своих учеников. Но мне кажется, что это такой параван, чтобы спрятать восторг. Восторг, который возникал в сердцах учеников по поводу молитвы самого Господа. Но это моя такая фантазия, такое предпочтение, так мне кажется.
Коротко говоря, Иисус заканчивает молитву, и один из учеников просит его научить молиться. Иисус тогда говорит сразу в ответ: когда будете молиться, говорите. И тут начинается этих пять прошений: Отче, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам грехи наши, как и мы прощаем каждому, кто против нас в долге, и не веди нас в искушение. А потом говорит Иисус две истории, две как будто притчи. Первая про соседа, к которому главный герой приходит ночью и просит о хлебах, о трех хлебах, о хлебах от Святой Троицы для друга, который посетил его, будучи в пути. И эти три хлеба, мне кажется, это символ Духа Святого, который изливается от спящей в доме, соседском доме Святой Троицы. Там отец, двери уже заперты, там дети все, то есть ангелы в постели, в кроватях. И отец не хочет встать и подать ему, но по поводу его упрямства, по поводу его долготерпения и упрямства, наверное, надеюсь, правильно называю русские слова, и дает ему, наконец, эти три хлеба для друга в пути. Мне кажется, что это символ Духа Святого, которого Троица подает нам. Отец, Сын и Дух Святой подает. Отец шлет Духа через Сына, Сын также шлет Духа, и Дух сам подается, не сходит на всех просящих. И потом Иисус подтверждает это в следующем образе, в котором говорит: просите, и подастся вам, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют. Ибо каждый, кто просит, получает, кто ищет, находит, а стучащему откроется. Ибо если кого-нибудь из вас, отцов, сын попросит про хлеб, неужели подаст ему камень? Или если попросит о рыбе, попросит про рыбу, подаст ему вместо рыбы змея? Или если попросит про яйца, подаст ему скорпиона? Если вы, хотя злые есть, умеете давать хорошие подарки своим детям, насколько более Отец из неба подаст Духа Святого просящим Его? Вот откуда, мне кажется, можно принять, что действительно это есть этих три хлеба, это есть Дух Святой. Можно сказать, что это вторая притча, этот образ является комментарием к первой притчи. Показывает одну интересную вещь, что чтобы получить Духа Святого, то есть эти три хлеба для друга, нужно просить с упрямостью, с каким-то долготерпением. И сейчас посмотрите, если в виде трех хлебов есть Дух Святой, он здесь также есть в виде хлеба, потом рыбы и потом яйца, то это может подсказать нам немножко, как видит молитву Отче наш Лука. И Лука в центре этой молитвы, мне кажется, ставит одно центральное прошение. Прошение о хлебе, просьба о хлебе насущном на каждый день. Благодаря
этого, что имеем 5 просьб, а не 7 или даже 8, как можно сказать, как увидим у Матфея, легко как-то в контексте этих двух притч легко можно вычислить, определить центральную просьбу, которая является это третья, касающаяся хлеба насущного. И тогда молитва Отче наш встает молитвой прежде всего направленной к Отцу, чтобы подал нам три хлеба, чтобы подал нам Духа Святого. Молитва Отче наш является непрестанной молитвой, является непрестанным, долготерпеливым, упрямым стучанием в двери Отца ночью, то есть и в подходящее, и в неподходящее время, является молитвой, которая может поднять из постели, из кровати Отца, Его Сына, Его ангелов, который может заставить Бога подать нам Духа Святого даже тогда, когда Бог как будто подать Его не хочет, или хочет, но ставит условия. Какой есть контекст молитвы «Отче наш» у Матфея? Возвращаемся к Матфею сейчас, переходим от Луки, 11 главы, к Матфею, к главе 6. И что мы видим в этой главе? Мы видим, что Иисус в Нагорной, кстати, проповеди, которая является такой проповедью, первой большой проповедью из Пятикнижья Иисусова в Евангелии от Матфея. Напомню, что эти Пятикнижья Иисусова в Евангелии от Матфея — это есть 5 больших проповедей. Первая в главах Нагорная, в главах с 5 по 7, вторая миссионерская, и это такая более моральная, этичная. Вторая миссионерская, евангелизационная проповедь в главе 10, потом третья большая проповедь про динамику, насколько помню, динамику благодати, как силы, которые можно недооценивать, но которая, в принципе, прочнее, мощнее, сильнее всего другого. И хотя она скромная, но она в силе действовать, и она вечная, она божественная, она сильная. То есть динамика благодати, четвертая. Она там прячется под разнообразными образами притч, метафорами. И потом четвертая проповедь, это, кажется, насколько помню, 18 глава. И, наконец, это будет проповедь, это четвертая, это про динамику общины, особенно там. Об этом я еще буду говорить в будущих наших встречах. И последняя большая проповедь Иисуса – это главы, насколько помню, 24 и 25. Это эсхатологическая проповедь, которая касается будущего века и последнего дня. И таким способом в первой этой проповеди, в Пятикнижья Иисусова в Матфею, которая касается, как поступать морально, в принципе, которая, начиная с 8 блаженств, показывает, как жить по-христиански, как жить морально. Здесь, в 6 главе, имеем 3 такие вещи. Милостыня, молитва и пост. И
контекст, в котором говорится про эти три вещи, это есть чистота намерений, чтобы не делать этого ради человеческого взгляда, только делать это ради Бога. Так давать милостыню, как и молиться, как и поститься. То есть заботиться о благах, о достижениях, о благах неземных, не временных, только вечных, невидимых. Зарабатывать на небо, а не откладывать на земле блага материальные. Вот в таком контексте Иисус будет передавать нам молитву «Отче наш». Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином». Ну і можна сказати, що намірінням Иисуса в Евангелии от намерение Иисуса в Евангелии от Матфея отличается от этого, что находим в воспоминании Луки, в редакции Луки. Здесь не говорится про Духа Святого, только здесь говорится об этом, чтобы не быть иметь чистое намерение, чтобы не делать это ради человеческого ока и оценки, чтобы также не думать, как язычники, что из-за нашего многословия будем выслушаны, только чтобы просто молиться в простоте коротким словом. И здесь имеем 7 или можно также посчитать 8 просьб, прошений, а после них есть еще комментарий Иисуса, который особенно подчеркивает некоторые просьбы. Так как там в редакции Луки эти две притчи подчеркивали, мне кажется, третье прошение Иисуса про хлеб наш насущный. Так здесь есть в стихах 14 и 15 есть, подчеркивается это одно или два прошения. Подчеркивается необходимость получить от Отца прощение наших грехов. То есть очищение души. Вот видим этот контекст моральной проповеди, правда? Моральной, чтобы не грешить. Проповеди, первой проповеди Иисуса, так называемой Нагорной проповеди, которая заключается в этом, чтобы жить блаженствами, чтобы быть человеком чистого сердца, чтобы не грешить. Не грешить пятой заповедью, не грешить против пятой заповеди, не грешить против шестой, против восьмой заповеди, не мститься, любить врагов, то есть не грешить против врагов и также не грешить тщеславием в шестой главе. Вообще эта проповедь Нагорная очень много ставит акцента на этом, чтобы не грешить, чтобы остаться в чистоте души. И здесь также в этом контексте молитва «Отче наш» есть, чтобы получить прощение, получить очищение души. Как это сделать? Просить Отца и прости нам долги наши. Как? Так, как и мы прощаем должникам нашим. И говорит он, подчеркивая, если вы простите людям их вину, и вам простит Отец ваш Небесный. Но если не простите людям их долгов
их вин против вас, тогда также Отец ваш не простит вам ваших грехов. Так что мне кажется, что в контексте и всей Нагорной проповеди, которая пытается освободить нас от грехов и привести нас к чистоте моральной, к чистоте блаженств, к чистоте души, молитва Отче наш у Матфея ставит акцент на просьбе и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Здесь в этом моменте я бы хотел сказать, что мне кажется, что это можно посчитать и как одну просьбу, но также можно посчитать это как две просьбы. Господи, прости нам грехи наши, Отче, Отче наш, и вторая просьба, можно определить, в принципе, вторую просьбу. И помоги нам простить. И помоги нам простить должникам нашим. Прости нам так, как и мы прощаем. Но насколько можем иметь преграду и трудность простить должникам нашим. Поэтому помоги нам. Тем более можно увидеть здесь просьбу, потому что в этой Нагорной проповеди говорится про любовь врагов и Иисус запрещает также мститься. В конце главы 5 он говорит: «Вы слышали, что сказано было: око за око и зуб за зуб. А я вам говорю, не сопротивляйтесь злу, но если кто-то ударит тебя в правую щеку, подставь ему и вторую, этому, который хочет судиться с тобой и взять твою одежду, отступи и плащ. Кто-то принуждает тебя идти с ним тысячу шагов, иди 2000, дай этому, который просит тебя, и не отворачивайся от этого, кто хочет одолжить от тебя». И потом начинает Иисус говорить про любовь врагов. Сказано, что будешь любить ближнего, но врага своего возненавидишь. А я вам говорю, любите врагов, молитесь об этих, которые вас гонят, преследуют, чтобы вы стали сынами Отца вашего, который есть на небе, ибо Он сочиняет так, что солнце Его восходит над злыми и над добрыми, и Он не спосылает дождь на праведников и безбожных, и неправедных. Если ты любишь только тех, которые тебя любят, какая для тебя за это награда? Ведь и мытники это умеют. Если ты только здороваешься с братьями своими, что особенного делаешь? Ведь и язычники это умеют. Будьте тогда вы совершенные, как совершенный Отец ваш Небесный. И мне кажется, что вот в контексте этого он потом говорит про чистоту намерений, чтобы не молиться, не поститься, не давать милостыни для человеческого ока. И поэтому можем также отнести то, что было раньше, нежели чистота намерений, то есть не мститься и возлюбить врагов, также можем отнести как предыдущий комментарий к молитве Отче наш, тем более, что пуэнта после заключения этой молитвы есть и такова,
том, что надо простить, а тогда получишь прощение, и если не простишь, но будешь мститься и будешь ненавидеть врагов своих, тогда не получишь прощения. Но мне кажется, что не сильно я нарушаю текст, если скажу, что хочу видеть здесь одну просьбу, а это точно, но возможно также и увидеть здесь две отдельные просьбы. Прости нам долги наши и помоги нам не мститься, помоги нам возлюбить и простить врагам нашим, как и мы прощаем должникам нашим. Даже это прощение должникам нашим, что Иисус акцентирует в стихах после молитвы «Отче наш», в двух стихах, в 14-15, оно находит свое определение в этих стихах в конце 5 главы. Что означает «простить»? «Простить» означает, во-первых, в первых не мститься, не отвечать злом на зло. Вот что означает «простить». «Прощай» означает «не делай зла», не выбей ока за то, что тебе или твоим ока выбили. Не выбивай зуба, даже если тебе выбили зуб. Не сопротивляйся злу через озлобление даже, через чувства, через гнев, через ярость. Не сопротивляйся даже через чувства, но будь как агнец Божий. Будь человеком non-violence, человеком, который не хочет использовать насилие, силы и подставляет вторую щеку. Будь человеком non-violence, человеком, который не использует силы, судебной силы. Только не иди в суд, только отдай ему, что хочет, одежду, даже дай больше, нежели он хочет. А в общении сделай больше, нежели просит или принуждает. Не иди 1000 шагов, но иди 2000. Дай этому, кто просит. И не поворачивайся от этого, кто хочет одолжить от тебя. Видите, что означает прощать врагам? Врагам, которые бьют нас, врагам, которые сделали нас инвалидами, врагам, которые бьют нас, врагам, которые судятся с нами, врагам, которые принуждают нас к чему-то, врагам, которые просят, и врагам, которые одалживают от нас. Все это наши враги. Ну, в кавычках, возможно. Но все это ситуации для нас, возможно, неприятные. И мы потом бываем злыми. А здесь Иисус говорит, не сопротивляйтесь, но прощайте. Это, мне кажется, можно отнести к этому и прости нам, как и мы прощаем. Вот так поступаем. А потом Иисус говорит, мало, что ты это делаешь. Надо еще возлюбить. Не только, что нельзя делать плохого им, но надо их еще возлюбить. Это пятая глава стихи 43. Любите. Что означает любить? Любить означает, во-первых, в-первых, любить врагов. Потом означает молиться о них, об этих, которые гонят, преследуют, угнетают как-то нас. То есть любить чувствам и любить и желать им, да, любить их как своих и молиться о них, то есть желать им спасения, желать им добра, молиться за молиться об их преуспевании, утешении,
и быть для них добрыми, и даже не только молиться, но даже быть как отец, который посылает им благо. То есть делать им добро, о котором мы уже слышали раньше, посылать им дождь и солнце, и отличаться в этой любви от всех остальных людей, от мытников, от язычников, от всех, которые не являются совершенными. То есть любить врагов совершенно, как отец любит всех. То есть быть как Бог. Почему мы можем просить Бога простить нам грехи? Потому что мы стали как Бог, добрыми для всех. Поэтому получим прощение наших грехов. Мы стали как Бог, добрыми для всех. Прости нам долги наши, ибо мы прощаем так, как Ты, Боже, сам прощаешь. Мы любим, мы одалживаем, мы подаем, так как Ты подаешь врагам своим. Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином. На одне ще, ну, на много хочу ще обратити ваше внимание, но сейчас скажу про ще одну вещь такую. В стихе 8, то есть перед самой молитвой «Отче наш» Иисус говорит, что можете не говорить много перед Богом, как язычники, которые думают, что чем более много говорят, или чем громче говорят, кричат, тем, скорее всего, Бог более их выслушает. А вы не будьте похожими на них, ибо знает Отец ваш, в чем нуждаетесь, прежде, нежели вы его попросите. И знает Отец ваш, и можно догадаться, расположен, готов подать вам, в чем нуждаетесь. Мне кажется, что здесь иначе, нежели Лука, Матфей показывает, почему мы должны много молиться. Молитвой «Отче наш». У Луки есть наоборот, мне кажется. Лука в контексте этого упрямого соседа, который просит хозяина, лежащего при запертых дверях в постели вместе с домом своим, он должен стучать, как и просить, как потом в следующей притче этот, который просит, который ищет, который стучит, он должен проявить упрямство, он должен проявить долготерпение, он должен проявить такую силу перед Богом, чтобы как будто Бога своим упрямством и верностью заставить, принудить подать, что хочет. Поэтому молитесь много, говорит как будто Иисус у Луки, чтобы Бог, видев вашу настойчивость, наконец-то открыл дверь и подал вам. А здесь у Матфея, мне кажется, наоборот. Здесь отец готов подать, но ты не готов, не знаю, уверовать, ты не готов даже возжелать, ты не готов попросить, ты не веруешь, что Бог подаст. Лука говорит, молитесь, Отче наш, много, чтобы принудить Бога. Матфей говорит, молитесь, Отче наш, много, чтобы уверовать и захотеть принять от Бога то, что Он
хочет поддать. Когда молимся молитвой «Отче наш», так как хочет Иисус у Луки, то мы стучим в двери Божьи. Стук, 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 стук. Но подай, подай, пожалуйста, Духа Святого, но подай мне хлеб насущный, насущий. Подай нам рыбу, подай яйца, но подай хлеб для друга, но подай, ну подай, подай, извините, сам не знаю, как ставить акцент, простите, брату Петру, но подай, подай этот хлеб, ну открой эти двери, ну стук, 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 алло, есть там, есть ли там кто-то? Вот так молитва «Отче наш» у Луки. Стучим, стучим, стучим в двери Бога, в двери небесные. А у Матфея наоборот. Отец знает, отец хочет, отец не спит, отец не в постели. Это ты в постели. Отец знает заранее. Можно долго не стучать. Можно не просить много, как язычники. А почему надо много молиться, Отче наш? Чтобы ты, который не веруешь, что Отец поддаст. Чтобы ты, который не веруешь, что Отец расположен и не спит в постели. Чтобы ты, который не веруешь, что Бог так любит тебя. Чтобы ты, наконец-то, уверовал. Уверовал, что Бог хочет подать тебе все, особенно чистоту души, особенно прощение грехов, чистоту души, что Бог хочет подать тебе суть этого, о чем говорится в Нагорной проповеди, чистоту, безгрешность. И что этот Бог с этим даром не столько Духа Святого, сколько очищения, сколько безгрешности, что есть в реверсе Духом Святым, но в аверсе это просто прощение, просто чистота души, просто умение любить как Бог врагов. Бог так хочет это все подать, что это Бог стучит в твои двери, это ты в неверии своей лежишь в постели, а Бог стучит в твои двери. Я хочу подать тебе это заранее, нежели ты попросишь. Я знаю в стихе 8, 6 главы по Матфею, ибо знает Отец вас, Отец ваш, чего вам нужно прежде, нежели вы подумаете попросить, прежде, нежели вы его попросите. А если он знает, то скажите, где есть Бог? Где есть Бог, который у Матфея говорит, не стучите много, не кричите много, как язычники? Вот у Луки наоборот, стучите много, кричите много. А у Матфея покруче, мне кажется, нежели у Луки. Не стучите много, как язычники, не кричите много, как язычники, ибо я заранее все подготовил уже. Я хороший папочка, я хороший Бог, я лучше, нежели вы думаете. Я лучше, нежели думают языческие религии, а все остальные, кроме христианской и иудейской, кроме иудаизма и христианства, все остальные – это языческие, индукционные, а не дедукционные, а не из низу, а не из высоты. Поэтому встань, который спишь, встань, который в отчаянии находишься, ибо я, твой Бог, прежде уже знаю и хочу поддать тебе все это. Поэтому, в принципе, повторяй эту молитву, Отче наш, чтобы ты уверовал, что я уже жду у твоих дверей. Не ты будешь стучать в многословных и многодецибельных молитвах, как язычники, только
только я уже приготовил для тебя все дары. Молись много этой молитвы, чтобы подняться с кровати, чтобы услышать мое стучание в твои двери. Мне кажется, ну, возможно, что я здесь чуть перегинаю палку, не знаю, но я вижу эту разницу между Матфеем и Лукой, и я вам скажу честно, что концепция, образ Бога у Матфея здесь покруче, нежели от Луки. У Луки как раз такой немножко, я бы сказал, такой образ Бога, который специально хочет, чтобы мы кричали, чтобы мы стучали. А Матфей это... У Матфея Иисус это как будто критикует и говорит, не надо, я уже стою возле ваших дверей. Да, ну хорошо, давайте сейчас перейдем к поочередному анализу молитвы Отче наш. Начинается эта молитва от адресата, к кому мы ее шлем, к кому мы обращаемся. И говорим. И говорим вместе с Иисусом. Кстати, молился ли Иисус этой молитвой? Мне кажется, что да. Эта молитва – это матрица. Это слово его. В предыдущих двух передачах я говорил, что надо жить по слову. Эта молитва передает похожим способом, как и блаженство. То есть похожую тему, как и блаженство. Но другим способом. Блаженство – это просто программа, которую нужно запомнить. Отче наш – это программа, которой нужно молиться. А это с одной стороны молитва, с другой стороны это есть программа жизни, это также матрица, это есть эскиз духовности, это есть путешествие души по разнообразным кругам, сферам, пространствам. И это есть так. И это есть также молитва. И это есть программа, и это есть картина, и это есть карта для гида, для карта для христианина, для для странника, путешествующего. И молился ли Иисус этой молитвой? Она у него была готовая. Помните, он говорит здесь в Евангелии от Матфея во время проповеди, которую, наверное, мог приготовить заранее в пунктах. И заранее означает, что 30 лет он учился этих пунктов. Он придумывал Нагорную и другие проповеди. Он смотрел, он учился от Марии, от Иосифа, от народа, от Ветхого Завета, от псалмов. Он учился от людей, он учился с жизни и готовился к проповедям. Он учился от Духа Святого и он заранее готовил все эти проповеди и, возможно, также молитву Отче наш точно. Здесь все подготовлено заранее, 30 лет. А у Луки он говорит, то есть здесь у Матфея то, что он говорит, это не означает, что он молится этой молитвой, потому что он мог заранее приготовить текст. Но у Луки он его взяли врасплох, внезапно. Вдруг, неожиданно, попросили научи нас молиться. И он отвечает, молитесь так, и отвечает готовым текстом. Правда, не полным, но это означает только, что Матфей хочет немножко на что-то другое поставить акцент. Но Иисус сказал такой текст, как есть у Матфея. Лука оставил два прошения, чтобы более акцентировать центрально тогда ярко расположенный текст «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Но у Луки показан Иисус, который возвращается с личной молитвы, кто-то его просит «Научи нас», и у него готовый текст. То есть у Луки Иисус не имел времени готовить программы, готовить проповеди. У него готовый текст. Откуда этот готовый текст молитвы?
с набожности Иисуса. Иисус молился этой молитвой. Ну хорошо, но есть в этой молитве просьбы, которые не годится Иисусу говорить. Прости нам грехи наши. Хорошо, он сам был безгрешный. А если он молился от имени всего человеческого рода, начиная с Адама, а заканчивая последним человеком в день его второго пришествия? А если он молился от твоего и моего имени? И как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам и не введи нас во искушение. Но это мог даже и говорить Иисус. Хотя я не думаю, что он мог упасть под влиянием искушений. А может и мог упасть. Не знаю, насколько это соединение с божественной сущностью обеспечало его. А возможно и не обеспечало. Искушение было чем-то настоящим. Значит, слушайте, он мог просить. Он просил: «Избав меня от злого в Гецсеманском саду». Он молился псалмами. Он говорил: Боже мой, почему ты меня оставил?» Так что мог молиться: «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, а не моя. Пускай так, как ты хочешь, а не как я будет говорить в Гецсеманском саду». Поэтому я думаю, Иисус молился этой молитвой, и то всеми прошениями, помимо, что был человеком безгрешным, от нашего имени молился каждой просьбой этой молитвы. Это молитва не Господня, это молитва самого Иисуса, которую передал нам. Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином. Ісус починає: «Отче, Бог як не Бог, не просто Бог, не творець, не судья, не император, не владыка. Бог не как сила, даже Бог не как учитель, как мудрость. Бог как отец. В патриархальной семье отец. Значит, он и создатель, потому что отец родил сына. А точнее, зачал сына. Он владыка, император, потому что это патриарх, отец-патриарх в патриархальной семье. Это учитель и мудрость, потому что отец учит своего сына всему, что сам имеет. Но тем не менее, так передают также наследие. Но тем не менее, слово «отец», «родной», то есть «семья». В этом слове есть другие коннотации, другие значения. Все значения, которые есть в слове «Бог», я думаю. Но это слово «отец», оно приносит теплоту, приносит кухонные ароматы, приносит любовь и приносит, что он нас родил, так как имеет сына, которого рождает от веков, от вечно рождаемый из отца. То этот Отец, который является источником Святой Троицы, рождающим от Сына и как-то посылающим Духа, этот источник божественной сущности, он является также моим Отцом. Хотя я сижу здесь, с этим микрофоном, в моей плоти, как
майский жук, как червь, но этот, который с источником рождения Сына Божьего, и который с источником посылающим Духа Святого, который есть источником Троицы и подателем всякого существования и жизни, Он есть мой Отец. Он есть мой Отец. И я могу иметь с Ним отношения, в которых никто, никакой священник, никакой человек, даже папа, не может меня ограничивать. И никто не может требовать от меня проситься о каком-то заступничестве. В каком-то смысле Иисус даже уходит в сторону. Правда, Иисус выпросил мне эту молитву, Отче наш. Не самые слова, только то, что я могу вообще войти в такие отношения с Отцом, сыновские, дочеринские, сыновские. Это благодаря Иисусу, благодаря Сыну Божьему, который стал человеком, который умер за меня, за тебя, который сел одесную Отца в человеческой природе. Я могу, и благодаря Духу Святому и крещению моему, который Он подал, я могу так говорить. Это все правда, что этот заступник Иисус Христос в Духе Святом, без Него вообще это было бы невозможным. Но хорошо, когда Он уже это все сделал, я как-то сам по себе уже могу сказать: «Отче мой, Отче, никто не есть посредником моим. Я нахожусь перед Отцом после крещения в ситуации Сына Божьего. Я как Иисус Христос. Да, благодаря не своим заслугам, молитвам, святости, обращению, благодаря заслугам Иисуса Христа, но сейчас уже, после этого, что сделал Иисус, я на таких же правах, как и Иисус Христос. Слово второе «наш» не означает, что это не есть мой. Только хочет увеличить горизонт, но не сопротивляется слову «мой». Я могу, как Иисус Христос, я могу, как бы несмотря на Иисуса Христа даже, мне кажется, после Его искупления, после этого, что Он сделал для меня, я вправе сказать сам по себе уже после крещения, после принятия спасения от Иисуса Христа, я вправе на равных с Иисусом Христом сказать Богу «Отец». И никто не может, даже Иисус Христос уже, не может запретить мне. Он, Иисус Христос, в Духе Святом дал мне это право. Но сейчас я могу, как и Он, в каком-то смысле без Него уже сейчас, после этого, когда, как я принял Его спасение, я полноценный Сын Отца. Полноценный. Так мне кажется. Надеюсь, что не говорю ереси. Так мне кажется. Это спасение идет дальше, нежели мы думаем. Щедрость Иисуса, щедрость Отца в Духе Святом идет намного дальше. Мы полноценные, полноправные братья и сестры Иисуса Христа. И как Он, сыновья и дочери Отца. Говорим «наш». Но Иисус делает в этом слове «наш» или «отец», в принципе. Он, наверное, есть податель. Он подал эту молитву Иисусу Христу. Ведь Иисус говорит, что я делаю и говорю только то, что вижу, что Отец делает и говорит. Значит, эту молитву Он
Это молитва авторства не Иисуса, только Отца. Это Иисус начал молиться так, как Отец ему в Духе Святом предложил, научил его этой молитве Отец. Значит, это не есть Господня молитва, это есть молитва божественная, это есть молитва Отца. Ну, авторство Отца. Отец не молится. Отец единственный, который не молится. Иисус молится, Сын Божий молится, Дух Святой в неизречимых шепотах молится и трепетах молится. Но Отец не молится, единственный, который не молится. Дух Небесный молится, Мария молится. Но единственный, который не молится, это Отец. Но Он произвел эту молитву, Он является ее автором. Поэтому это слово «наш» придумал сам Отец. Отец создает семью. Отец создает семью. Не Отец мой, хотя могу так сказать, Отец мой, но этот мой есть частью этого наш, мелкой частью. В этом наш есть и Сын, не знаю, как-то Дух, Мария, 9 ангельских хоров, в которых есть больше ангелов, нежели людей, это точно. Богатство этого мира ангельского намного большее, нежели богатство Вселенной материальной. И в этом наш есть также весь человеческий род, особенно спасенные, особенно люди благоволения Божьего, в которых Бог находит радость. В этом есть все мы. Поэтому Бог, Отец, через Иисуса в Духе Святом, передавая нам эту молитву, говорит: «Я хочу семьи, я не хочу, чтобы ты имел отношение только со мной». И говорил: «Отче мой, Боже мой». Ты можешь так говорить, но помня, что ты есть членом семьи, что у тебя есть братья и сестры. И так как ты говоришь «Отче», говори также «Наш», говори «Братья и сестры». Так как ты обращаешься ко мне, так и обращайся к ним. Так как любишь меня, так люби и их. Я есть Отец, но я есть ваш Отец. Посмотри, здесь хочу напомнить вам всем, что прекрасный комментарий к этому «наш» подал нам сам Иисус Христос в Евангелии от Луки в притче про милосердного Отца. Милосердие Отца не заканчивается восприятием отцовским, прекрасным, будного Сына. И милосердие не заключается в этом, что Отец приглашает усильно и усердно и милосердно приглашает старшего своего сына войти в дом, зайти домой и принять участие в пире. Нет. Отец не хочет быть отцом блудного сына и отцом старшего сына. Не хочет, чтобы сыновья говорили ему «Отец мой». Цель этой притчи – это не примириться Богу с мытниками и фарисеями. Целью этой притчи есть примирить фарисеев и священников с мытниками. Вот это есть цель. Эта цель не есть вертикальная. Окончательное слово не касается вертикальных отношений будный-отец, старший сын-отец. Нет. Настоящим
настоящей целью этой притчи есть сделать семью между, сделать дружбу, братские отношения между старшим и младшим сыном. Сделать семью. И этот прекрасный комментарий, отец бегает, как зайчик, между одним и вторым. Вот это есть пик этой притчи. Не отношения Бог-человек, только отношения человек-человек. Вот это прекрасный комментарий к этому слову «наш». И еще успею, две минуты остались, сказать комментарий или допустить лучше всего папу римского, сеньора или пенсионера Бенедикта XVI с его комментарием, насколько помню, к этим словам, которые есть в небе. «Отче наш, сущий на небе всех». На небе всех. Что означает «Отче наш небесный»? Почему небесный? Потому, чтобы показать, что Он не земной, что Он наднебесный, Он даже не небесный, Он инопланетянин, Он не с этой вселенной, Он не с этой земли, Он не с этой вселенной, Он не с этой галактики, Он не с этого космоса, Он вообще не с этого измерения, Он не с материального мира, Он с мира совсем другого. Это кто-то совсем другой. Адам земной, даже Сын Божий сейчас, Иисус Христос земной, даже Дух Святой, как-то обитающий в пророках раньше, а сейчас обитающих уже близко Пятидесятницы, говорит Иисус, еще только несколько месяцев, несколько лет, и будет Пятидесятница, Дух Святой, обитающий во всякой плоти, которая хочет его. Даже Дух Святой встает таким способом в своем умерщвлении, в своем приземлении, как-то земным. Но не Отец. Отец есть совсем не отсюда, не здесь. Он трансцендентный, Он высоко, Он не такой, Он иной, Он другой. Он не такой, как твой отец земной. Он не такой, как твой друг, Он не такой, как папа, Он не такой, как патриарх. Будьте все вы, человеки, проклятые, если хотите по своему образу размышлять о Боге. Пускай все будут прокляты, пускай все исчезнут, пускай никто не антропоморфизирует этого Бога, пускай никто не делает Бога Отца наподобие человека, Он совсем не такой, как наши святые. Будьте прокляты, наши святые, будьте прокляты все, которые есть человеки, и ангелы, будьте прокляты, если мысль наша попробует наподобие кого-нибудь из вас или наподобие добродетели кого-нибудь из вас делать эскиз Бога Отца, делать образ, икону Бога Отца в своем уме. Если попробуем делать на вашей подобии, будьте все вы проклятые и буду я проклят. Нет, Отец совсем не такой, Отец другой. Он есть на небе, а даже некоторые тексты говорят, что небо является подножием для ног Его, подушкой для ног Его. Он есть Бог над землей, Он небесный, Он есть Богом над небесным. Он имеет свое небо, которое недоступно даже для самых высоких существ духовных, для самых высоких хоров ангельских. Это наднебесный Бог. Поэтому Отче наш, сущий на небесах, спасибо вам. Конечно, никто пускай не будет проклятый. Я только так говорил в гневе, чтобы отличить, чтобы очистить понятие Бога Отца и личность Бога Отца от всяких ненужных предрассудков, оценок, эскизов, картин,
представлений, воображений, чувств, помышлений, теологии, философии, теософии и всякой нашей человеческой, всякого нашего человеческого субъективного ужасного бреда. Бог небесный. До свидания, услышим друг друга в следующий раз, надеюсь, с Богом.